меня долго была идея сделать как бы свой продукт. Я как гитарист играл на разных примочках, педалях, и была у меня возможность пару лет назад познакомиться с людьми, которые помогли мне сделать схему для моей педали. Она называется Daily Driver. В 2020 году, в начале 2020 года, мы на выставке, моя компания Schnobel Tone, мы презентовали эту педаль. Это была моя мечта, какой-то свой продукт сделать. И вот, кстати, я три педали на моей доске вот в этот тур. Я собрал такой, как называется, педалборд, и я использую свои педали на эти песни, которые мы играем. И очень классно, что то, что я как бы разрабатывал у себя там в гараже, мои друзья, которые хорошо разбираются в звуке гитары, они подошли, говорят, молодец, очень классно звучало, и это очень приятно для меня. Я тебе покажу, что здесь происходит. Короче, стеклянные стены. Это серьезно. Пошли дальше. Короче, здесь будет сидеть народ. Этот зал будет забит. Это Славик, организатор этого тура. Идем дальше. Здесь, как вы уже знаете, Дима, звукооператор. Да, Дим, привет. Так что идем дальше. Здесь уже наши гости с нами. Идем дальше. Очень, очень важно заметить, что светики готовы, елочки готовы, экран готов. Все готово. Все это для вас, друзья, чтобы вы получили классную атмосферу на Рождество. Микрофоны готовы, пэки готовы. Все, поехали, ребята. И пишем, ребята. Все, Xmas 2021. Ждем вас. Я это подписываю, ребята. Официальный автограф для камеры. Христос народился, и мы все отвечаем, славим Его. На Рождество у нас нет такой фразы, но я знаю, вы все хотите сказать, да, Он родился. Есть такое? Для чего Он родился? Для нас с вами. И об этом песня, которую вы все знаете, подпевайте. Четвертый концерт прошел.
На мой взгляд, сейчас, ну, сейчас сложно сравнить концерты, но мне кажется, реально был пока что самый лучший. Ну, сегодня вот было интересно в чем для меня лично, что мне пришлось делать дополнительную работу. А, кроме того, что я делаю мониторы, еще сверх этого пришлось запускать вот плейбеки. И в начале концерта я что-то чуть-чуть не досмотрел, начинаю концерт, и там не та песня, и такой на весь зал. А это все из-за того, что у нас не было клавишника, который с нами играет. Поэтому пришлось человеку, можно сказать, заместить клавишника, и мне пришлось вот делать эти плейбеки. Так что все хорошо, то, что заканчивается хорошо, да, наверное. Сегодня еще особенный концерт для меня, потому что со мной моя дочка София. Это ее первый раз, да? Первый раз на концерте. Она, когда мы готовились ехать, она говорит: «Папа, я сильно хочу поехать с тобой и увидеть, что же вы делаете, как вы там настраиваетесь». И вот она сегодня увидела, она мне помогала, приносила водичку, там еще что-то мне помогало. Так что мне приятно, что со мной сегодня дочка. Ты слышал момент, когда ты выходишь и говоришь: «Давайте встанем», и я в этот момент рядом стою и говорю: «Хорошо». Да. Ты не слышал? Ну, я не помню так прям вот так четко, дословно. Я был в духе. В душе? В духе. Короче, сегодня хорошо получилось, и Ник, как всегда, добавил экспромта. Я думаю, что... Ник по-другому. Ну, я Ник... Да. Никита. Подписывайтесь, ребята, следите. Со всеми новостями. Мне интересно, что в копилочку он добавил, что будет в следующий раз, когда... Осталось, что два концерта, что-нибудь да выкинешь, да, наверное? Будет что-то очень... После тебя ты выкинешь, а потом я. Ну, мы обычно так делаем с тобой. Мы что-нибудь выкинем.